25-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин подобрали парные наряды на Хэллоуин. Супруги в этом году решили пойти на маскарад в спортивной тематике. Сегодня, 31 октября, в США и некоторых странах Европы празднуют День всех святых, Хэллоуин. Анастасия Шубская переехала в Америку после свадьбы с Александром Овечкиным, нападающим клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс. Дочь Веры Глаголевой с мужем тоже поучаствовали в маскараде. В этом году супруги выбрали парный образ в спортивном стиле. Анастасия примерила образ сексуального рефери. Шубская надела судейское полосатое поло, черные мини-шорты, кепку, гольфы и кроссовки. Образ завершили яркая алая помада и свисток на шнурке. Александр отказался от образа спортсмена, чтобы побыть по ту сторону баррикад. Овечкин перевоплотился в тренера. Хоккеист надел ярко-красную ветровку и синие шорты. Наряд дополнили кепка и высокие белые носки. «Тренер против рефери», — написала Анастасия в Инстаграм. В прошлом году супруги выбрали для Хэллоуина костюмы пожарных. А еще ранее они примеряли образы сексуальной полицейской и преступника. Шубская и Овечкин воспитывают годовалого сына Сергея. Недавно малыш впервые побывал на хоккейном матче отца.